В интервью Владимир Путин отметил, что большое количество денег ушло на инфраструктуру курорта. В данном случае цель оправдывает средства. Это было сделано для того, чтобы юг Российской Федерации был привлекательным и комфортным не только во время проведения Олимпийских игр, но и в будущем. При подготовке к Олимпиаде были построены сотни километров новых дорог, десятки мостов и тоннелей, реконструированы инженерные сети, обновлена энергетика города, созданы новые медицинские центры, расширилась гостиничная отрасль. Кроме того, президент сделал акцент на том, что в условиях кризиса в период 2008-2010 годов строительство олимпийских объектов стало мощной антикризисной мерой. На курорте были созданы несколько тысяч рабочих мест, куда смогли трудоустроиться специалисты со всех регионов страны. А главная составляющая проекта – пропаганда спорта и здорового образа жизни.